У True, да, эта программа появилась на UFM совсем недавно, но у нее уже есть свои слушатели. Зажигательные ведущие — это Ваня из Казани, Машенька Воробьева и Константин Новиков. У нас там абсолютно разнообразные темы. Это и исторические события дня, чтобы не только мы заряжали позитивом, но и тоже были развивающие элементы, развивающие странички нашей передачи. Мы постоянно дарим им не просто настроение, мы дарим подарки практически каждой фильму, разыгрываем билеты, либо билеты в Ривьеру, в аквапарк, либо в кино. У нас разные, мы ищем различных спонсоров. UFM не стоит на месте. Благодаря ведущим с новыми и яркими идеями появляются новые рубрики и программы. А мы же новую рубрику запустили про музы. Давайте расскажите. Да, у нас все новая рубрика «Музы». Все, кто создают свои какие-то... Музыку поет, композиции музыкальные. Вот у нас сегодня в... Нет, я не могу, давай, Маша. Мы хотим, поможем помочь раскрыться талантливым людям нашего города. Пришла такая идея создать рубрику «Знакомс». Мы будем искать в течение эфира... Вторую половинку. Те, кто хочет найти себе вторую половинку, мы будем в этом помогать, что не только на телевидении можно это сделать, а еще и на радио. Именно ты! Каждое утро! Слушай, в 9 утра на UFM программу «Утро, да!» Адиля Валеева, Лиана Санамян, Руслан Урманов, Универньюз.